Успей поставить лайк за 3 секунды, если хочешь стать знаменитым блогером. Раз, два, три. Всем привет, ребятки! С вами, как всегда, Алплей, и добро пожаловать на мой канал. Мы продолжаем играть в игрушки. Давайте начнем с новой игры, она называется Dog Evolution Run. Окей, ребят, погнали. Прокачиваем наших собачек. Осторожно. Нужно передвигаться, чтобы никуда не попадать в ловушки. Лайка. Вау, какая-то новая собачка. У меня еще не было. Круто. Ну что, с первого раза мы с вами прапались до 17 уровня. Я вижу, там их где-то 22-21 приблизительно. Ладно, погнали. Так, 16-й. Привет. Так, опять до 17-го. Нормально. Там у нас 1, 2, 3. 4 собачки еще впереди. Мне нужно еще 4 собачки пройти. Так, давайте прапаемся. Погнали. Начинаем уже с 16 уровня. 17. О, 18. Отлично. Круто. Да, видите, осталось уже 3. У нас открылся новый скин. Но мы его брать не будем. Так. Погнали. Уже начинаем с 17-го. Блин, одну пропустил собачку. Капец, жалко. Ну ладно. Обидно, досадно, но ладно. 16-й. Нет, только не это. Этих пока обходим. А маленьких поедаем. Отлично. Опять докачались до 17 уровня. Так, давайте, наверное, еще один раз сыграем в эту игру. Я сейчас максимально прокачаю собачку нашу, чтобы... А, еще и бонусный уровень. Ну ладно. Пускай будет бонусный. Соберем побольше денег. Деньги нам тоже здесь нужны. И сколько у меня? 83. 4, 7. 100 будет? О, 99 монеток. Отлично, ребят. Довольно неплохо. Окей, следующая игрушка будет Rainbow Grimoran. Это у нас новая игрушка. Я в нее, можно сказать, не играл. Один раз попробовал вот в эту первую игру сыграть. И давайте сыграем еще раз в нее. Короче, что у нас тут есть? У нас есть задание. 5 мороженых нужно найти. Вот. Одно мороженка. Кто-то подобрал уже второе. И вот сюда вот по центру нужно их поставить. А вон там бегает Грима-монстр, который нас будет ловить. Ну что же, погнали искать мороженки. Еще 3 штуки нужно где-то найти. Вижу, стрелочка мне вроде как сюда ведет. Нет, не сюда, значит внутрь вот этого здания. Тут вот может быть... Да, вот я уже вижу мороженка одно. Так. 59 секунд осталось. А, кстати, я могу сразу 2 подобрать? Ребята, ну давайте попробуем. Может, я сразу 2 могу собрать? По-моему, сюда опять меня ведет игра. Нет, не сюда. Походу, за это здание. Так. Давайте попробуем, обойдем это все. Вроде как вот сюда она меня ведет. Нет, тоже не сюда. Сюда, да? И куда дальше? Куда дальше мне идти? 26 секунд осталось. А, вот сюда, вот походу. Нет, опять не сюда. Ну что ж ты будешь делать? Так, этот грима-монстр тут тусит. А, все, ребятки, походу все доставили уже мороженки. Осталось только одно мое последнее. О, да, наконец-таки мы с вами
Все собрали и выиграли. Отлично. Давайте поиграем еще какую-то мини-игрушку. Давайте вот в эту, что тут нужно делать. Тоже, кстати, новая. В нее я не играл. Тут у нас, походу, почти то же самое, только нужно 5 шариков собрать. Что, они похожие все, что ли? Так, 3 шарика уже забрали. Мне нужно еще вот один, я вижу, здесь шарик есть. Сейчас я его возьму. Это будет 4-й. А, здесь не грим, а здесь родители вон ходят. И, походу, нужно так бегать, чтобы родители не поймали меня. Так, отлично. И вот, походу, последний шарик. Все. Ребят, здесь мы с вами убегали от взрослых. Ну и давайте сыграем еще вот в эту игрушку. Тут про каких-то крокодилов, походу. И... Ага, тут прыгать можно. Вот оно что. Джамп-джамп-джамп. Что нужно делать? Наверное, мне нужно все вот эти банки собрать. И не упасть. А, я упал, что ли? А, нет, все-таки выпрыгнул. Круто. И сколько я собрал банок? 4 или 5? Все 5 банок я собрал за раз, ребятки. Крутая игрушка, будем в нее, наверное, играть. Хорошо, следующая будет Fish Story. Так, ребятки, здесь у нас 11-я часть. И бомбочка, либо залезть, наверное, в бассейн к этим девушкам. Ну, наверное, все-таки лучше залезть в бассейн, потому что бомбочка взорвется. О, да, все правильно. Так, следующее задание. Что мне нужно? Что-то вырезать нужно? Давайте вырежем. Это у нас какой-то носок. А, нет, это русалка. Если честно, с виду было похоже на носок. Да, прикольно. А это что такое? Это вторая русалка. 2 русалки я вырезал. И что теперь? Все. Теперь мне нужно выбрать либо левую, либо правую русалку. Даже не знаю. Давайте выберем правую, может, русалку. Что будет? Нет. А что, нужно было левую выбирать? Ну, давайте левую выберем. Ну и вот как я должен был узнать, что мне нужна левая русалка. Капец. Ну ладно. Так, следующее задание у нас 12-е, вернее 12-я часть. И мне нужно проложить путь рыбки к выходу. Так, ну что же, будем пролаживать потихонечку. Так, и вуаля. Отлично, дальше. Что здесь нужно делать? Спасти нашу рыбку нужно? Ага, мне нужно пройти как-то в двери, да? Ага. Раз, раз, раз. И вуаля, я прошел. Тут, видите, куферфишка была. Она нас, можно сказать, спасла. Так. Дальше. Так. Что, неправильно, что ли? Почему? Краба. Может, подождать нужно? А, просто чуть-чуть нужно было подождать, и я поспешил, поэтому мне не засчитали победу. Ладно, давайте еще одну 13-ю часть пройдем. Что тут будем делать? Так, тут нам нужно закрашивать вот эти вот палочки. И потом проложить путь к богатству, я так понял? Давайте закрасим это желтой краской. Раз, два, еще 2 где-то палочки нужно, походу, закрасить будет. По центре. И... Угу. Давайте. Все? Или еще одну сейчас скажут закрашивать. Еще одну последнюю, 5-ю. Это точно уже последняя. Так, ладно. И теперь нам нужно все это правильно... Ой. Все, что ли? Капец. Ключик взяли. И вышли. Короче, я тут рисовал одно. А нет, вот это задание. Мне нужно сейчас его пройти. Значит, что нужно делать? К выходу. Может, лавой вот этого чувака залить? А? И вышли, да, отлично, ребят, все сделали правильно. И последнее задание, мне опять нужно добраться до выхода. Ну все, вот это только палочку забираем и проходим. Круто, ребятки. Мы с вами все сделали правильно, отлично. Следующая наша игрушка будет Доп-бан-бан.
Так, 21 уровень, давайте пройдем хотя бы с десяток. Тут нужно... Нужно вытирать лишнее. Это фишка. Получи. Вот тут монстрик. Сейчас он заберет себе эти яйца. Лишний цвет синий, да? Да. Поделимся. Отлично. Так. Кто это такой? О, курка жареная. Так, ну и давайте пройдем последний. Последний самый. Что тут сделать? Тебя? А, ну да, точно. Нам нужно с вами было найти пульт, чтобы поймать этого монстрика в ловушку. Хорошо, следующая игрушка будет у нас Джонни Трайгер. Здесь мы с вами на 69 уровне остановились. Попробуем пройти его. Давайте чуть погромче сделаю. Так, выбираем, пожалуй, второй. Понятно. $200 дали. Следующий уровень. Тут у нас, кстати, много оружия есть уже. Три хедшота, отлично. Так, нет. Дальше. Спасти нужно заложника. Да. Два хедшота. Круто. Скажу, что я нашарился в нее играть, в эту игру. Погнали. Есть. Вау! Я профи, ребят. О, у меня попали, что ли? Ладно. Я неправильно сделал. Есть. Тут все сделал уже правильно. Окей, ребятки, играем в следующую игрушку. Это будет Rainbow Garden. Ну что же, давайте поиграем в мои любимые мини-игрушки. Начнем, пожалуй, с седьмой. Здесь что-то наподобие Red Green. И вперед. Секунд осталось. Я успею. Я последний. Ребятки, я последний был, и я успел. Ладно, поиграем в следующую. Будет у нас четвертая мини-игруха. Давайте тоже попытаемся здесь выиграть. Погнали выполнять задание. Ого, уже два выполнили задания, мои союзнички. Отлично. Сейчас еще это выполнят. Последнее. А, нет, не последнее. А, да, последнее. Вау!
Не знаю, буквально за секунд 10. Вообще, я так быстро еще не выигрывал здесь. Давайте поиграем в первую. Еще мини-игрушку. Будем птичек собирать. Так. Вот белая есть, одна. Синяя, две уже есть. Розовая будет у нас. И красная, 4. Птичка. Тут монстр, еще 4 нужно. Вот зеленая, я еще нашел зеленую. И последняя желтая. Нам нужно еще одну желтую птичку найти. Где она? Ай-яй-яй. О, все. Кто-то, походу, нашел. Есть. Ладно. Ну и последняя будет у нас Bloodhunt. Тут мы будем, конечно же, ловить пушистиков маленьких. Так, погнали. Один. Пушистик. Есть тут еще. Как правило, не сзади. Да, вот еще один есть. Ого, тут их даже 2. Так. Берем еще одного. Поймаем. Еще нам нужно 2 пушистика. Вместе с моей командой. 4 человека осталось. Так. И еще один пушистик где-то должен быть. Только вот где он? Где-то есть или нет? А вот, последний. Ну и все, сейчас мы его доставим в центр и выиграем. Осталось у нас 15 секунд. Так. Все. Круто. Опять все мы с вами мини-игрушки выиграли. Давайте поиграем в Kick the Body 2. Так, будем подвергать Body испытаниям. И выберем мои любимые испытания. Это вот эти вот хорроры. Самый прикольный тут Крампус. Смотрите. Все, выиграли. Тут, видите, снег идет и Крампус появляется. Ладно, следующая. О, кстати, вот этот котел еще прикольная штука. Давайте забросим туда Бадди. Все. Отлично. Видели, там он остались рожки до ножки. Маленькие рожки, маленькие ножки. Давайте потише сделаем, а то меня не слышно. Так, покормим тебя конфетами. И... Есть! Походу, конфеты, ребята, радиоактивные. Ладно, давайте выберем еще... Ну, Dark, вот этот вот черный, так сказать, или меч тьмы, вернее, топор тьмы, он прикольный, но мало урону наносит. Видите? О, но тем не менее. Мало урона, но тем не менее Бадди завалил. Здорово, так, мы с вами попробовали. Давайте еще возьмем метла. Что метла делает? А, просто... Просто бить, походу, метлой. А. Ну, наверное, мы так с вами будем бить очень-очень долго этого Бадди. Ты метлой. Давайте выберем мы с вами... Давайте Крампуса еще раз возьмем. Прикольный чувак. Пока. Здорово, да? Так, ну и последнее, что тут у нас есть, это вот этот вот Джек О'Лантерн какой-то. Ну, тыквенная голова. И тоже уничтожили Бадди. Ребят, эта тыквенная голова, кстати, тоже довольно-таки прикольная штука. Окей, следующая игрушка будет у нас Hill Climb 2. Так, сперва заберем все, что можно забрать. Сундуки. Откроем. И давайте участвовать в гонке. Ну что, выбираем нашу тачку, самую последнюю. Сейчас я ее чуть-чуть прокачаю. Да, и в принципе погнали.
нет! Нас опережают. Вернее, опережали. Отлично. И последний, третий заезд. Ребятки, победа, чистейшая победа, мы с вами взяли первое место, три раза выиграли. Окей, следующая игрушка будет у нас Бравл Старс. Так, ребят, давайте мы здесь с вами поиграем, давайте поиграем в режиме Hot Zone, горячая зона, и посмотрим, выиграем или же не выиграем. Ну, я думаю, что мы с вами выиграем. Ну, посмотрим. Погнали. Нам нужно удерживать нашу зону. У нас 29-30%, отлично. Отличненько, ребятки, мы с вами 50% уже удержали. Мы выиграем, ребята, мы здесь с вами выиграем. Все, 100% зоны мы с вами удержали. Отлично. Здорово, давайте возьмем что-то новенькое, какой-то другой режим, и это у нас будет соло. Будем играть сам на сам против десятерых. Посмотрим, выиграем, проиграем. Надеюсь, что тоже нормальное место возьмем. Так. Окей, мне нужно разбивать сундуки. Спасибо за сундучок. Добьем его, нет? Да, конечно же, добили. Еще один сундук вот здесь вот есть. Ой, даже два. Вау! 4 банки у меня есть. Здорово, здорово. Конечно, прям не рекорд, но неплохо. И еще раз. Есть. 9 банок. Ну, где последний наш противник? А вот он. Привет. Все, ребятки. Здорово. Отлично, мы с вами выиграли 2 раза. Следующая игрушка будет у нас Tanks A Lot. Так, сперва соберем сундук. Поставим новый. Так, и погнали. Какой выберем режим? Battle Royale. Ну, давайте поиграем здесь. Так. Ха-ха.
собираем все сундуки. И еще раз. О! Вообще жесткая зарубка была. Так, лечимся. О, нет. Еще три игрока. Два игрока осталось. Тут у нас есть еще один. Сундук, быстрей. Входим. Сейчас полечусь немножко. О нет, ребятки, к сожалению, только второе место. Да, чуть-чуть меня подбили раньше, чем я думал, ну ладно. Так, давайте мы с вами сейчас сыграем в новом режиме. Да что ж ты будешь делать? Давайте возьмем другой режим, к примеру, вот этот вот. И погнали, собирается команда, 6 танков. Так, отлично, это мои союзнички. О нет, капец, нас прям сразу разбили. Жестяк. Еще раз разбили, прям на изи. Что за команда такая сильная? Я просто в шоке, ребят, если честно. Да, жестко, жестко, 4-7. Да, тут будет сложно выиграть, я вам честно признаюсь. Семь восемь. Так, 8-8. На, 10-9. Получай. Отлично, 11-9. Ну вот потихонечку мы, можно сказать, выравниваем ситуацию. 12-9. Есть. Отлично. 16-9. Все, ребят. Ой, 16-11. И 17-12. 18-12. Здорово, ребят, здесь мы выиграли, наконец-таки. Что-то поначалу все пошло не так, как нужно, но тем не менее мы с вами выиграли. Даже вон я, звездный игрок, больше всего танков подбил именно я. Ладно, следующая игрушка у нас будет Among Us. Окей, ребятки, погнали. Тут у нас будет три импостера. Нужно смотреть, кто что делает, кто куда бежит. Может, кто-то в вентиляцию залезет. Свет вырубили. Это печально. И уже нету одного. Нету уже оранжевого. А кто его нашел? Его нашел фиолетовый. Что он напишет? Ну, все спрашивают, где, что, понятно. Короче, дело ясно, что дело темное. Походу, никто ничего не видел. Он просто обнаружил тело, поэтому репортнул. Или, может, что-то видел. Ну, по крайней мере, он ничего не пишет. Походу, будем скипать. Ребят, выхода нет. Ладно, скипаем. Так, понятно. Почти все скипнули. И нам нужно, знаете, что я думаю? Мне кажется, что нужно идти в сторону камер. Как раз где-то там может тусить импостер. Потому что он будет... Свет, нам срочно свет нужно включить. Быстрее, быстрее, быстрее. Так. А ты как тут уже оказался так быстро? Ребят, походу желтый будет. Давайте попробуем... А, меня зажало! Погнали, нажмем на кнопочку и скажем, что это желтый. Он очень быстро переместился, непонятно как. Ое. Ой, yellow. Скорее всего, что он, потому что прям очень быстро переместился.
Lime safe. Понятно, что lime safe. Why? Faster. Faster. Очень быстрый. Скорее всего, что он, потому что мы не успели туда дойти, он прям уже там, короче, был. Так, 3 голоса только против него, да ладно? Мне, походу, ребята не поверили. Его, походу, не выкинули, и он остался. Да что ж такое, почему мне никто не верит? Так, нам нужно подальше отдержаться от желтого. Прям реально, он, походу, он через вентиляцию довольно быстро перемещается. Кто-то где-то есть? Блин, реактор. Там, походу, ребят, импостер. Вот. Это может быть бирюзовый. Так, давайте посмотрим, кто тут что делает. Желтый и зеленый там. Желтый и зеленый. Зеленый стоит возле камер, но на камеры, короче, он не смотрит. Зеленый тоже, походу, на камеры не смотрит. Вот, видели, там, короче, закрыли, и один, походу, есть. Давайте посмотрим, кто там есть. Фиолетовый! Один из импостеров — это фиолетовый, ребятки. Меня, к сожалению, квакнули. Да, я, короче, вычислил одного импостера, мне, к сожалению, не поверили, и мы пока выбываем. Ладно, последняя игрушка на сегодня у нас будет уже Roblox. И здесь будет у нас симулятор пчеловода. Сперва давайте разгрузимся, малеха. Потому что у меня уже практически вот эта штука, рюкзак мой полный, да? И пойдем сейчас выполнять задание. Глядите, у меня тут совсем немножко осталось. Мне нужно на поле с ананасами чуть-чуть зафармить, видите? И пойти к полярному медведю, сдать это задание. И потом получить какие-то бонусы от него. Понятно. Чего вы не разгружаете меня, да? Что-то разгружали, а потом перестали. Тут, кстати, ребят, я еще практически вот 2 задания выполнил. Тут пару токенов еще нужно собрать. А здесь мне нужно на бамбуковом поле. Ого, 2,5 миллиона нафармить. Ну, много-много. Много, но возможно. Так, ладно, ребят, погнали тогда на поле с ананасами. Тут осталось совсем понты до этого поля. Сейчас я прыгну. И потом можно будет уже к полярному мишке отправляться. Собирать бонусы. Так, ба-бам. Идем, сейчас мы с вами включим наше задание, чтобы видеть, сколько нам фармить нужно. Ну, тут совсем понты мне нужно нафармить. Так, вуаля. Все, ребятки, вот я, в принципе, задание и выполнил. Еще сейчас богомола завалю и часть бонусов тоже еще соберу. Хорошо, погнали тогда мы с вами сдавать это задание к полярному мишке. Посмотрим, сколько он нам даст. ЛВ, какое задание новое даст. Думаю, что будет какое-то прикольное. Мы с вами, кстати, больше всего заданий выполняем именно у этого полярного мишки. Тут у нас лягушка была. Так. Тут сейчас оборотень будет. Но мы с вами никого трогать не будем, потому что вдруг в задании мне нужно будет как раз-таки оборотня завалить. Да, и вот уже тут один будет у нас этот оборотень. Поэтому просто-напросто мы с вами идем к нашему мишке. Отойди пока от меня. Видишь, я тебя не трогаю. Живи, пока я тебя не трогаю. И, пожалуйста, дай нормально бонусов, чтобы я не зря сюда ходил. Так. Все, принял. И 155 тысяч меда подогнал. Круто, ребят, просто круто. Давайте сейчас мы с вами еще новое задание заберем. И это у нас будет 3 паука нужно уничтожить и нафармить на... Я так понимаю, это грибным поле. Так, и нафармить на грибным поле немножечко... пыльцы. Так, я что, паука уже завалил? Ребят, получается, видите, я пробегал, и паука я тут уничтожил. Поэтому следующего паука нам нужно ждать где-то через плюс-минус 15 минут. Ладно, а грибное поле у нас, по-моему, вот оно. Ну, давайте посмотрим. Да, видите, здесь мне нужно нафармить 160 тысяч пыльцы, после чего задание будет частично выполнено, можно пойти сдать его и заработать новые бонусы. Ну, это мы с вами сделаем в следующий раз. Кто еще не подписался, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. С вами был Alplay, всем пока!